местные аборигены палят костер. Скоро будет жарить суп. Скоро это утро, потому что сейчас будем спать уже. Юля, все сухие, у нас все веселые. Ваня сказал, что очень полезно смотреть на огонь. Поэтому мы на него смотрим еще немножко. Наши фирменные сушилки. Добрых снов тебе. И мы скоро пойдем в палатку. Да, вот такое у нас тут кресло деревянное. Три гамака. Ой, ну, наверное, плохо видно. Не получается. Так оно. Не, не получается. Ну, утром уже сфотографирую Ваню в кресле. В общем, не отдых, а рай здесь. Ваня, тебе нравится? Да, я так крепко держу. Ваня, тебе, блин, не нравится. Смотрите, костер.